Друзья, всем доброго дня. Всем привет. Итак, мы находимся в Сафари Парк Айтана. Мы находимся в Сафари Парк Айтана, а Сафари Парк Айтана находится в Испании, недалеко от города Бенидорм. И сегодня мы отправляемся для того, чтобы посмотреть, что же мы можем увидеть в Сафари Парке. Если вы вдруг окажетесь в Бенидорме, и вам придет в голову посетить какое-то место, где можно провести его с детьми, с семьей, хорошо провести. Да, и посмотреть на животных в, скажем так, естественной среде. То мы рекомендуем вам этот парк. Поэтому сегодня мы отправляемся в путешествие совместно и покажем вам все об этом парке. Итак, начнем с информации. Дети с 4 лет проходят за 16 евро, дети ниже 4 лет проходят бесплатно. Все перемещение по парку осуществляется только на автомашинах. Из машин выходить можно, но не на далекое расстояние. Если к вам приближается животное, сразу надо садиться в машину и потихонечку двигаться дальше. Другими словами, если вас вдруг съест лев, это ваши проблемы, а вы просто как человек ответственный должны понимать, что вы должны отходить от машины настолько, чтобы вы могли добежать, и лев вас, скажем, не успел догнать. Ну, в зоне, где находятся львы и тигры, вообще из машины нельзя выходить. Ага, я этого не знал. Вот хотел выйти? Нет, надо, не стоит. То есть там, где львы и тигры, там выходить нельзя вообще, а во всех остальных зонах можно перемещаться по парку, но в шаговой доступности от машин. В любом случае мы будем ехать за гидом, который нас будет курировать, куда ходить, а куда нельзя ходить. Сколько занимается экскурсия? Около 30-40 минут. Я думаю, хватит болтать, поехали. Сам, они же уже знают, что он сейчас машины остановились, они уже все жрать идут. Ослик. Здорово, смотри, он. Козы. Осел тут бегает. Что интересно, что здесь можно выйти, разумеется, покормить, вот как можно видеть маленький ребенок. А все эти животные, если вы взяли с собой хлеб, кстати, есть смысл его взять, то можно кормить прямо здесь и с руки. А, и животные не боятся, совсем не боятся. Людей уже, видимо, привыкли. Мы только остановились, сразу осел подбегает, смотрит, дайте поесть. Давай кусок хлеба, же можно? Давай, попроси. Где хлеб? 150 гектаров площадь парка. Животное находится в свободном, естественном. Нельзя кормить? Нет. Con los burros y con los ponis. Los burros y los ponis están en época de celo, así que se van a pelear y van a pegar patadas. Пони и ослы, сейчас с ними аккуратно, потому что у них там сейчас спаривание происходит, они злые какие-то. Да, сейчас разгонится, да? Он такой, а вы откуда такие? Ягуаров привезли из Центральной и Южной Америки. Они спят. Испанец говорит так быстро, что я не успеваю переводить. Смотри, чешется нам забор. Мчатся все сюда поесть. Эджук, давай сюда. Те же бегают за нами все это время. Половники такие тащатся. И бочком-то нормально. Еда. Курсе то, что на добрых, а
пайка пошла. Давай, смотри, как раз такой дурак. Откуда пыль? Эти подняли. Прям машина приехала. Смотри, аккуратно. Сломай ее. Надо оттуда спуститься с верблюдем, сфотографироваться, не? Остановись сюда. ¡Alegón! Está en el rabo a quitarse del medio que van a saludar. Ven aquí, Malagún. Va, pesado. Ahora el que quiera darle a comer le puede dar. Vale. Vamos. Levanta la mano. Ahí, Tonet. Para el grande, porque el pequeño se irá. Venga, Pablo, pon la mano tú debajo. ¿Me puedes dar? Espera, un poco, primero que acabo con los que están. Espera, 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 ahora le da. Espera. Espera, espera, que te dé una mano. Abre bien la mano. A ver, la chiquilla. Ahí, fíjate más, que no, si no, no llega. Abre bien la mano. Toma, Balagún. Ahora, Pablo, espérate. Вот так вот su umbrella, please. Hola, buenas tardes. Ahora van a poder bajar aquí abajo. Por favor, todos los pequeñitos cogiditos de los papás de las manos. Ningún niño suelto. Van a poder bajar, se van a... Cuando se acabe el pan no lo vais a poder tocar. Esta se llama Luli y va a ser mamá dentro de muy poquito. Bueno, she's Luli and she's pregnant.